Ниндзя! Абират и Лесник прислали мне каких-то видосов под названием «Годнота». Так что предлагаю вместе со мной сейчас посмотреть, что такое в понимании Абирата и Лесника «Годнота». Два и три. Привет, это Абират. Четыре, пять, три. Это Лесник там за камерой. Мы в клубе «Единорог». У нас проект, который называется «Годнота». То есть мы играем теми юнитами, которые вообще не играют в чистой редакции, стоят пыляться на полках, и вы их не можете там полгода играть, и нигде ни у кого не были. Мы играем принципиально вот такими юнитами. И миссия у нас... Бегас на Вартайр. Бегас на Вартайр, все, давай. Точки Харисаппорт вскоре. Ростер. Диагонали, даун и фор. Да, просто обычный. Обычный. Диплой, да. Итак, Ростер. Судный ковчег. Ковчег судного дня. Значит, варлорд Арикан. Арикан-предсказатель какой еще. С войны. 6 воинов. Здесь вот за руинкой спрятался Сирас. Эльминор Сирас. Он с 7 воинами стоит. С 7 воинов. В руинке, да. Он этим воинам сделал баллистик скилл 5 перед началом игры. Триарк Сталкер с мельтами и с огнеметчиком. Хит рейт, то бишь танк. У него, как там этот, Маулер of the Worlds. Короче, большой шаблон 4 силы и весь ландшафт див. Весь див, точнее, дэнж. И три обычных дестройера. Вот это вот дестройер Орсинг к... Проксит обычного дестройера с гаусс-пушечками. Так, и в резерве. Три томблейда укачаны в зюзю. Первый раз они играют, попробую погонять, что такое. У них бимеры с шаблончиками, Shadow Loom, который стелсом дает, третий армор. И пять претерианцев. То-то-то. Да, которыми не играют даже те, кто играет за некронов. И посмотрим, что они делают. Они в дефитрайке. В общем, Абират решил посмотреть, как на практике будет выглядеть комба Арикана и Ктана. Арикан делает террейн дификлтом, Ктан делает дификлт денджем. В общем, бедные орки, которых мы сейчас увидим, будут прыгать там. Ну и Церас тоже давно мы хотели посмотреть, что это. Ну как-то разменивать его всего лишь на 7 ворьеров, я бы взял десяток имморталов. Но обязательно что-нибудь повысилось им не то, что нужно. Она уже записывает, она брешет. Слушай, а ты не видел... Сейчас, подожди, а ты не видел, куда я кодекс свой делал? Не знаю, вы в чемодан? А, не, вон он. Сейчас я просто порядок смотрю. А ты там пишешь уже? Да. Ну, спейс вырежет. Нет? Надеюсь. Он ставит неудавшуюся дубу. Да, да. А он что-то... Да, ты я ходи. С Джеки Чалом. Да, корки. Начнем с самого вкусного. Гаскул Трака. Внезапно. Но ой, он едет... Да. Что? Да, он там фокус пытается поймать. Все поймет. Но он едет не в вагоне. Он идет с командусами по кустам. С боссом Сикартом. Да. Вторая пачка. Это у нас штормбойзы. С Кструком падут и умрут. Они могут. Или я, или они. Да. Вагоны. Ну, так, в этом вагоне сидят бурнаши. 9 бурнашей и 2 мека. Покажи, где бурнаши. Красивые. В общем, они там где-то... Чуваки с огнеметами. Сейчас ловим. Да что ж такое? Вот, поймал. Все. Уе. Их там 9 штук. Ага. Здесь сидят бойзы. Ну, куда мы без бойзов? Мек с полем. И авиации. Это бурнобомбер. А это Блица-бомбер. Обратите внимание. Да, из далекой-далекой галактики. Да. Far away. Я так понимаю, что в битве они будут выяснять, кто из них больше укурился. Так, первый ход. Ночь. Мы поехали. Все. Вот оттуда. Вот сюда. Под мельту. Ну, а что делать? Сели и поехали. Нет, ну а что? И чё? Первый ход некронов, лесник стайл начинается. Сначала отсюда две мельты стрельнули. Вот сюда. Попали. Две пятерки? Пробили. Две пятерки за поле.
потом сюда. Вложили в шаблон. Он сместился с двух на одного. Я рискнул, перебросил. Он сместился вообще в никуда. Ничего. Так, потом все стреляли гаушками и лансом сюда. Сняли один фулпоинт с него. Потому что было... Потому что много ковров было брошено. Но уже четвертый, потому что еще за ночь. Так, и отсюда стреляли тоже. То же самое. Тоже, ну, все, один фулпоинт, короче, да. Вик там героический, выдержав овервотч с 6 огнеметов. С 9 огнеметов и двух пласт, дочарджил, 2 пня. И первый и второй результат, естественно, я кидаю. То бишь четвертый за P2 и Open Top, и второй. Третий. Да, Крустан. Не, ну а что Абират думал? Поле, оно же не для того, чтобы все пускать. Оно, чтобы все не пропускать. Ну и, конечно, кубы лесника. Второй ход. Вылетел Бурна Бомбер. Вылетел Блица Бомбер. Вылезли команда с газиком. Они не выпали. Как всегда. Сидят там. Они за счет вот этого чувака могут выходить у меня из-за спины. Да, поэтому они вот здесь. Вначале вагон. Хороший вагон, проехался вперед и задавил паука. Да, туда ему и дорога. Самолет, база стрельбы, пытался скинуть свою бомбу. На них вот. На них, но не скинул, врезался там, 9-й силой. В них себе получил станок. Одного там уронил. Этот самолет выпустил 2 свои ракеты. Сколько там он? Троих уронил? Троих, вот четверых уронил. Четверых уронил. Но трое встал. А там пацаны из бигшута ни разу не попали, но из слаги одного застрелили. Но он встал. Он поднялся. Ледак прошли. Мне нравятся фановые игры с некронами. Ты такой фанишься, там стреляешь в них. Они смотрят на тебя как на говно. Падают, встают такие, ну что еще покажешь? Все желание фаниться, падай. Второй ход некронов, вышли все резервы. Том Блейды сюда встали. А сюда хитом дипстрайкнулись претарианцы. А потом была стрельба. Тут немножко подвигались все. В основном. Значит, стрельба была. Претарианцы стрельнули в отряд командосов. Сколько ты убили? Трех? Трех, по-моему. Трех, да. Отлично. Сюда 3 бимера маленькими шаблочками стреляли. Сколько-то сместилось. Короче, 4 раны. Кто-то еще умер. Бедный Газик 3 раны получил. Да, Газик получил 3 раны и очень плохо кидал второй армор. Остался 2 раны. Потом сюда стреляли дестройеры. Тоже этот чувак все с лука. А, нет, на него все пришло. Еще одна рана. Второй армор не кинул. Так, с этого бока Думсдейар стрельнуло ниже, убило одного. Со второго бока в него. Со второго бока стреляла в один хупой. Сняла. Так, главное орудие стреляло в вагон. Вагон, который здесь стоял. Попал, пробил, но откинули камеру за бой. Кто еще? Эти все стреляли в него. Сняли один хупой. Эти стреляли в него. Ничего. После чего, после фазы, Ктан зачаржил этот вагон и сломал его. Сломал его 2 пня, оба взрыв. Погибло 11 из 20 лидов. Из 20 бойзов, да, сори. Лидак прошли, пинг тест прошли, стоят в воронке. А он получил вунду. Он получил вунду с Супервотчем. Мне всегда нравится выход хэтхарезервов в этой игре. Такие вышли, в них все постреляли. Они такие, ну а теперь... Что, у нас двое осталось? Ну все равно давай, пошли рубить! Наш ход. Выпал Закструк со своими пацанами. Грещины вышли, залезли на точку. Сидят точка, ничего особенного. Двоечка. Вагон. Поехал вперед, застрял в заборе. Заимобилайзился с Лероу. Да. Бурнаши оттуда пожгли вон тех вот пацанов. Очень плохо их вундили. И сколько там упало? Трое? Трое, да. Трое упало. И все. И все. Этот, что он сделал вообще? Ничего не сделал. По-моему, он сместился, что ли? Да. Здесь Газик со Сникертом вдвоем пошли чаржиться. Газик проорал ВАК. Вон в тех чуваков.
Да, у всех чуваков. Гасик умер на Overwatch. Бай-бай, Барлов. Да. Но Сникрет в одиночку пришел, замочил одного Некрона. В ответ ему ничего не пришло. Они испугались, побежали, и он всех зарезали. А, раз не встал. Да, не встал. Здесь бойзы почаржились в воинов. С варлордом. Перебили всех этих воинов. А варлорд с меком подрались в челлендже. Он дырку одну набил меку, а мек ему ничего. Но лидар прошел. А, и Закструк со своими пацанами вырезал. Все равно одна раз. Да? Так, больше я не буду. Байкеров. Да, да. Том Блейдом смерть пришла. Причем с одного лидера. Да, с одного Закструка. Даже его одного хватило. Да. Но мек изнутри починил ему Билайз. Наверное, все. Нет, в этой редакции еще смешнее. Ты вышел из резервов, по тебе постреляли, после этого ты пошел свой ход в ХТХ, и на Overwatch тебе еще постреляли. В общем, Газик не доехал. Так, значит, ход Некронов, да? Да, третий ход. Так, значит, вот это вот. Стрельнуло в вагон. Сместилось, убило дестройера, собственно. Вагон не задело. Так, с боковушек 10 выстрелов, убрали Сникерс. Да, бедный Сникерс умер. Да, бедный Сникерс. Это раны оставшиеся, дырки оставшиеся от Сникроты. И Газика. Так, эти чуваки стрельнули в них, трех убили. Там было два на тот момент, просто один потом встал, его своя жизнь. Так, потом был эпичный мордобой. Там пошел снова за чарджевый грузовик, разобрал его к чертовой матери, осталось 4 чувака в живых. Перед этим на Overwatch никто ему ничего не сделал, умер один с плазмой от перегрева. Дурак. Мех, да. Значит, этот взорвался, и перед этим его потрясло много раз, поэтому теперь они не стреляют, стоят. Кстати, они хирурги сначала, да? Да. Так. Это ХТХ. Здесь в челлендже Арикан убил Мека. Сам получил рану от него одну. Пришли сюда 3 претарианца. С Хаммерус раса убили одного бойза. Выдержали все атаки бойзов. Там всего, по-моему, одна вунда пришла. Да. Атак, да. И убили еще двух. Двух, да. И еще двух убили. Ноп не попал. Ноп не попал к ключной ни разу. По ним, к счастью. Все. Танк подбегает к первой машинке. Здесь чипсы? Нету. Ко второй. Здесь чипсы? Нету. Давайте досмотрим до конца и узнаем, нашел ли танк свои чипсы. Четвертый ход. Этот самолет улетел. Этот самолет прилетел. Пострелял в Тана, ничего ему не занес. Здесь пацаны почаржили дестройеров. Дестройеры теперь выстроили. Убили с Overwatch троих. Двоих штормов. И Закструк опять один своими клешнями их зарезал. Здесь бойзы просрали ХТХ, но в челлендже ни разу не попал. Неудачник. Но это взаимно. Да, это тоже попал, но ни разу не пробил. Но проиграли в два, они прокинули пятый редак с рероллом. Убили парня палкой, но все равно побежали. Бежали, вот бежим. Это, жертва парня была весела. Напрасно. Да. Все идет к тому, что самолеты будут драться с Doomsday Аркой. Она им даст просраться. Играем нище. Нище стрельнуло. Попало. И одного убило. Но 2 единицы на Тувун 9 силы. Один умер. Правда, к счастью. Ктан стрельнул своим шаблончиком. Сколько ты убил? Одного. А одного убил. Ну, 6-й арбор, конечно, кидает без них. Я всего один прокинул. Зачаржил. Нет, ты 2 армора кинул. И один умер. А, да. Да. Значит, зачаржил. И очень плохо пробивали. Попадали, точнее, плохо. С 3. И один все-таки выжил. Ничего. И на Overwatch'е ему набили. А, на Overwatch'е, да, 2 раны сделали. Чуть не убили. Так, эти чуваки догнали здесь Ноб. Убегал напуганный и так. Убили. Чуваки его догнали и убили просто в решето своими родом коротко. Это стрельнуло в самолетик, не попало. Все. Ну, гадость. Ктан подбегает к бурнашам. Где мои чипсы? Я хочу попробовать этот насыщенный вкус сметаны и лука. У меня на все про все 5 ходов, а потом меня опять засунут в этот шарт. И что, мне 100 000 лет опять сидеть без чипсов? Последний странный ход, да, непонятно как-то. Короче, что мы делали?
Этот превратился, превратился в ктана. Превратился в ктана, когда нахрен уже не нужен. Последний ход очень тупо шел здесь, плохо. Ктан сюда чуть-чуть прошел, положил. Блин, здесь два парня стояли. Ничего не сделал. Не пробил. Не пробил. Этос подъехал сюда с боковушек. Снесла. Снесла. Обоих чуваков. Все. Гречины остались на точке. Хороводы водят. А тут мы не знаем. А тут странный момент, да, как она там подвигалась, как она развернулась. Короче, либо лесник победил, либо я взвесил одно очко. Не ясно. Мы соглашаемся на ничью. Ну, у нас скорее какая-то ничья, да, играли говном, но явно не побежать. Но вообще дикий фан. Играть вот этим образом. Нет, еще 100 000 лет. Насыщенный вкус сметаны и лука. Горите в аду. Тонкие и хрустящие в продолговатой баночке. С эмульгатором Е-471, мальтодекстрином и модифицированным рисом крахмал. Чипсы!